В 11-й школе села Субсех расположились два избирательных участка – 0258 и 0259. Кристина Алпатова, Альбит Джигутанов, Сергей Егишьян, Виктор Левицкий и Валерий Плотников. Именно из этих кандидатов жителям Субсехского сельского округа номер 26 предстояло выбрать депутата Совета муниципального образования город-курорт Анапа. Если раньше избиратели округа опускали бюллетени в урну, то в этом году – в КАИП. Чтобы легче было понять, как пользоваться аппаратом, вывешены правила пользования. Выборы проходят абсолютно спокойно. Нормально. Комиссия работает, наблюдатели. У нас члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса. На сегодня взаимопонимание. Отступления от закона нет. На 10 часов 36 человек проголосовало. На избирательном участке 0259 на 10 часов утра проголосовало 30 человек. Памятный подарок избирательная комиссия вручила жителю Субсеха Анатолию Пучихину. Избирателю в этот день исполнилось 60 лет. Он посчитал своим долгом сначала прийти на выбранный участок, а уж потом принимать поздравления с юбилеем. Итоги дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования город-курорт Анапа по Субсехскому сельскому одномандатному избирательному округу номер 26, подведенные территориальной избирательной комиссией «Анапская», таковы. В выборах приняло участие 572 избирателя. Явка составила 11,82%. С большим отрывом от соперников победил кандидат Валерий Плотников. Ему отдали свои голоса 450 избирателей, что составило 80,21%. Далее голоса распределились так. Сергей Егишьян – 10,7%. Кристина Алпатова – 5,17%. Виктор Левицкий – 2,14%. И Альби Джигутанов – 1,78%. Выборы прошли спокойно, без нарушений. Не поступило ни одной жалобы от кандидатов. По Субсехскому сельскому одномандатному избирательному округу номер 26 избранным признается зарегистрированный кандидат Валерий Александрович Плотников, который на выборах получил наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам. Светлана Авилова, Артем Зибаров, Анапа регион.